Топ-5 ошибок в оформлении приглашений. Когда много красивых деталей, цвета, шрифты, элементы декора и все вместе, получается неудачный дизайн. А если еще и забыть о базовых правилах верстки, то и читать информацию на приглашении будет неудобно. В этом видео покажу, какие ошибки часто допускают пользователи, а иногда и дизайнеры. После просмотра вы будете замечать недоработки, а значит и дизайн вашего приглашения будет приятным, а текст – читабельным. Ошибка номер один – неразборчивый текст. Иногда хочется добавить как можно больше элементов, но так шрифт сольется с фоном, и в итоге никто ничего не поймет. Как на моем макете сейчас и горох, и цветы, так еще и цвет текста на фоне совсем не видно. На макете нужен один главный элемент, а текст пусть будет контрастным с фоном. Сложную каллиграфию используйте только для небольших надписей. Будет обидно, если ваш друг или родственник не разберет, что написано в пригласительном. Ошибка номер два. Мало воздуха. Воздух – это пространство между деталями пригласительного. Он помогает сделать макет более читаемым и понятным. Пусть текст будет четким и лаконичным. Нагромождение сделает открытку неразборчивой и тяжелой для прочтения, как здесь. Текст огромный и непонятно, куда смотреть и откуда начинать читать. С помощью пустого пространства вы можете проложить путь, по которому будут двигаться глаза вашего гостя. Не делайте все крупным и соблюдайте пропорции. И еще следите за интервалом между строк. Текст не должен склеиться. Ошибка номер три. Не хватает отступов. Отступы – это поля, которые нужно оставить по всему периметру макета. Дело в том, что когда машина будет разрезать стопку открыток под размер, то может захватить и текст пригласительного. Чтобы строки не были близко к краю и не обрезались, оставьте пространство не менее 5 мм. К тому же отступы добавляют воздуха, о котором мы говорили немного раньше. Ошибка номер 4. Больше трех видов шрифтов. Шрифты могут придать эстетичность и элегантность макету, но как только их слишком много на странице, приглашение сразу становится грузным. Не стоит использовать более трех видов, иначе текст будет смотреться неслаженно. Не используйте два похожих шрифта, это делает общий вид неопрятным. Сочетайте шрифты, например, с засечками и без, или без засечек и рукописный. В онлайн-конструкторе Wedding Post много разных шрифтов. Попробуйте разные комбинации. Ошибка номер 5. Слишком много разных цветов. Эстетику легко нарушить, если использовать слишком много цветов. Так выглядит приглашение с разными цветами и оттенками. Они не сочетаются между собой. А вот гармоничный вариант. Следите, чтобы цвета подходили друг к другу. Двух цветов для текста будет достаточно, они должны подходить под дизайн приглашения. Следите, чтобы цвет текста не сливался с фоном. Чтобы не допустить ошибок и сделать пригласительное идеальным, помните про советы. Декор не должен перекрывать шрифт. Не забывайте про воздух в макете. С помощью пустого пространства вы сможете показать самое важное. Чтобы текст не обрезался, добавьте отступы. Не используйте больше трех шрифтов. Двух цветов для текста будет достаточно. Экспериментируйте с макетами, делайте их такими же уникальными, как и ваша будущая свадьба. Уверены, у вас все получится. weddingpost.ru. Создавайте свадьбу будущего уже сегодня.